По сообщению начальника медсанчасти номер 135, прошедшая неделя по заболеваемости коронавирусом прошла без ярко выраженной динамики. Об этом было сообщено на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 15 декабря. За неделю зафиксировано 147 новых случаев ковида, всего 1413 за все время. Выздоровевших 946 человек. На утро 15 декабря в ковидном госпитале находилось 95 пациентов. Некоторые из них в этот же день были выписаны. Все лежат с пневмониями, в реанимации 3 человека, на ИВЛ никого нету. Подтвержденный ковид и в стационаре 33 человека. Продолжается выдача лекарств для амбулаторного лечения коронавируса. Мера действует со 2 декабря после принятия соответствующего решения администрации области. Большая часть медикаментов первой партии для Десногорска в количестве 1149 упаковок уже в распоряжении пациентов. Сегодня привезена следующая, она не сильно большая партия, в основном это антибиотики. Таблетированные, поэтому сегодня мы их получили, привозим из Смоленска и с завтрашнего дня тоже начинаем выдавать. Без ярко выраженной динамики эпидемиологическая ситуация остается в школах. В средних учебных заведениях города из-за болезней отсутствует около 10% учащихся. На дистанционном обучении в 3-й и 4-й школе 5 классов с охватом обучающихся 132 человека. Все санитарно-эпидемиологические требования выполняются. Все превентивные меры в городе реализуются, как и ранее, в полном объеме. В конце недели к ним прибавится и санитарный рейд по городским предприятиям.